Бендеры, центр грибного спорта, тренировка полным ходом. Саша, не оглядывайся, все хорошо. Теперь бендерские грибцы занимаются на новых байдарках. В прошлом году передал президент Красносельский. Лодки делали по спецзаказу в Польше. Сейчас я в новой лодке. Мы в ней занимаемся, тренируемся, выезжаем на всякие соревнования, занимаем места. Последнее соревнование «Золотая осень» занял второе место среди 4-5 года. Новые байдарки из легких материалов дают преимущество в прохождении дистанции на время, а в гребле судьбу медали могут решить доли секунды. Было закуплено 10 лодок, которые полностью оборудованы веслами, фартуками. За 5 лет я хочу сказать, что наша школа очень преобразилась. У нас есть и лодочные моторы, у нас есть и новые лодки современные, у нас хороший зал тренажерный. Обновленный центр сдали после ремонта летом 20-го. Это было поручение президента Красносельского. Теперь грибная база, современный комплекс, новый инвентарь, оборудование, мебель, а еще раздевалки, душевые, залы. Стало намного лучше, все обновили, это новые тренажеры, новые комплексы, стало удобней. Лучшее подготовление к соревнованиям. У нас есть и серебряные призеры Кубка мира, мы подготовлены в нашей школе. Значит, бронзовые призеры чемпионата Европы. Поэтому мы работаем, стремимся к Олимпиаде. Сейчас в бендерской школе гребли 300 воспитанников. Занимаются дети от 10 лет. Тренеры говорят, главная формула успеха – регулярные тренировки. Тренажеры очень помогают заниматься зимой. Если вот зима очень холодная, на воду не сможем выходить, тренажеры всегда этому замена. Очень удобно. Когда я сюда пришла, было всего лишь 2 тренажера вот в прошлом году. Через несколько месяцев подарили нам новые тренажеры. Стало намного удобнее тренироваться, то есть мы можем все разом, а не ждать очередь. Сейчас, как вы видите, у нас 9 новых тренажеров. Это дает нам возможность каждого ребенка прогнать на этом тренажере, чтобы он знал, что это такое, как на нем работать, потому что зимой у нас проводятся чемпионаты на тренажерах, поэтому это очень важно. В центре грибного спорта можно все – тренироваться, работать и идти к спортивной мечте.